Что, не можешь достать, да? Они напасятся. На Хэллоуин. Сзади. Пауки. Еще остальное. Хорошо. Маска зомби. Померят. А где эти глаза? Глазки не надо трогать, чтобы они... Оп. Ну, вот так вот можно. Видишь, тебе видно. Супер. Нормально видно. Ну, просто... Открываем. Ну. У тебя есть полотенце чистое? И аквагрим, и регистрация. Регистрируйтесь, и мы с вами можем скоро вернемся. Напоминаю, до 6 вечера у нас идет игра. Помаши ручкой. Вау. Все, молодцы. Спасибо. Ну, поехали туда, туда. Что это за машина? Да, поехали. Пошли, Аня, на кресле посидишь вон, на массажном. Будешь? Как? Похоже. О, красиво, да. Джокер, у тебя получилось хорошо. Да. Другие, да? Да, вот эти. Красиво вы сложили, молодцы. Разделяться. Давайте зрители выберут. Все, все правильно. Зрители у нас сегодня выбирают. Молодец. Идет Трамп Пират настоящий. Ура, мы победили! Вот у нас 3 сертификата. Вначале позвали нашего папу Диму. Джокер победил, он был самый красивый мужчина. И ему дали вот такой сертификат, штопор-магазин. Там продаются не только алкогольные напитки, но и шоколадки разные, сладости. Ну, разные такие. Правда? Соки. Ну, там напитки как бы плохие. Ну, да, ну как бы вино, но оно как бы нормальное.
Выбирай, там грузинские вина какие-то понравились. Такая карточка подарочная. Короче, тут у нас на 30 рублей. Мне, меня с Аней позвали на сцену. Вот, магазин Космо. Подарочный сертификат. На 20 рублей подарочный сертификат. Ведьмочки победили. Аня красивая. Не знаю, что меня позвали. У меня, в принципе, ничего такого не было. Ну, может, шарик красивый стал. И шапка. Класс. А это Лёшу потом позвали. Зомби победил. Наши зомби. Да. Самый лучший был тоже. Необычный костюм, правда? Угу. Скажи, вот сколько карточка. У тебя? На 25 рублей сертификат. И бонусную карту подарили. Но у нас есть карта, но у тебя еще будет одна. Да. Там накапливать баллы. Это будет надо. Моя карта. Да. Своя. Угу. Ой, кто-то нам звонит. Что, Лёша, ты доволен? Угу. Победой. Не зря мы костюмы делали. Да. Столько всего. Победили. Вот это делает что? Что, карточка на чем? Ну, возьми, отклей. Она, наверное, клей там горячий. Попробуй, оторви карточку. Как она там держится? Опа. Наклей, наверное, да, видишь? Да, сейчас да, я подниму. Это я попробовала. Вот что мы купили за наши сертификаты. 3 шоколадки. 2 с фундуком, 1 с миндалем. Это в магазине Штопор. Вот мы купили вот 3 вещи. Бабушка наша купила Лазанская долина. Грузинское вино. Дбил вино. Ты смотри, я думаю, что это вкуснее. Да? Да. Это вкуснее, так это. Это пиво. Оно какое-то как маслянистое. Великобританское. Угу. Сказали, что оно какое-то как маслянистое какое-то идет. Мы такое еще никогда не пробовали. Мама. Попробуем. Ну, это в магазине Космо мы купили. Это вот у нас сертификат был на 20 рублей. Это на 30 мама. Рублей. Мама. А ты свои игрушки, Леша, нам покажешь, что ты купил? Вот тут кого-то. А это моя. Аня себе купила за 2 рубля с копейками. Покажи, я покажу. Вот. Тележку. Здесь тележка. Угу. Сейчас. Ты покажи своего этого. Угу, вот такой. На. Вот этот погонь есть. Ну, или я там, покажу. Там, там. Я кейк какой-то. Курка Battlebot. Какой-то бот. Battlebot. Вот такие у нас игрушечки, да? Можно себе не узнимать. Вот наши костюмчики с Хэллоуина. Вот это Аня на платьице. О, сейчас я его сложу ровненько. Подождите. Вот платьице. Хэллоуин написано. Летучие мыши. Паутинка, паучок. Такой вот. На обратной стороне у нас вот такая композиция. Вот здесь вот оторвалась вот такая вот штука. Сороконожка. У Лёшки вот такой крутой шлем. С такими скелетиками. А, у Ани еще была кукла Чаки привязана за руку. Вот такой шарик у нас был крутой. Крутецкий, он уже сдулся. Газ вышел. У Лёшки еще был вот такой пояс суперский. Жуки, мухи, глаз. Такие всякие железки. Вот. Проволока. Хэппи Хэллоуин. Ну, пошли посмотрим. Магазинчик. Ну что, Лёша, пойдешь? Ой, здравствуйте. Добрый день, хотите добрый день. Идемте, да. Дед. Идите, садитесь, сфоткаемся. Идем. Аня, становись. Идем. Оу.
Чиз. Все, спасибо. Сейчас. Леша, иди становись с дядей. Ну подожди, там мальчик будет сфотографироваться. А ты иди сюда. Леша, иди становись с дядей. Ну-ка. Чиз. Все, спасибо. А, монашка еще просит тут. Папа что-то смотрит. Место не страшное, рабочее. Ну а что поделать? Каждый день умазываю. Работаю и дома. Дима сам как на Хэллоуин. С зубами, да? Красивый костюмчик, да, Леша? Да, вот этот. Не так, это невеста. Кстати, а наш, я думаю, однако, это какое-то платье такое было белое, она его просто вот так, это красная. Только, да, красная краска, это было это, халат медсестры. Ну да, да. Белый. Ой, весь. И такой, ну и такая, ну и сделала, ну и такая шапочка была, наверное, белая. И разукрасила, и еще сделала, ну, такой крестик сама. Ну и разукрасила краской. Да, да, да. Это, я все знаю, что из чего сделано, вообще, что это? Спать. Да, ты нас напугаешь, когда мы будем спать? Да. Ой. Аня что-то придумает. Я вас не буду сейчас пугать, а я пугаю. А, когда вырастешь потом? Да, большом. Когда вас напугаю. Еще когда будет. Еще пошли. Ходит обувь, помогает выбирать. Это надо было. Вот еще. Типа туда-сюда, туда-сюда. Нет, это нормальный вроде. Тебе надо? Ну, я не знаю, потому что у меня есть же какие-то, но... Ужасно красивая пара. Вот такие настоящие тыквы разукрасили черной краской и шапку вот так одели. Угу. Ведь. Фикс прайс, а шапочка такая. Ага. Колпачок для ведьмы. Да, мама, давай еще и тут обновление, да? Про на жизни. Невеста работает в магазине. Запаковывает. Я на другую товары. Тетю не боюсь. Это тетю. Тетю не боишься, невеста? Не, а. Хорошая а я невеста? Я вообще никого не боюсь. Я знаю, что есть. Я же не ребенок. Ребенки, они даже могут думать, что тут дядя. Ну как? Хорошо сидеть? Сейчас вас фоткаю. Чиз. Аня. Пс. Молодцы. Все. Это центр Европы, в промтаже пошли.